Вот там тоже, если можно, распишитесь. Ушли, да? Все? Они приказали долго жить. Какой же кофе пить? Кофе? Да. А не сможешь кофе пить? Ну, а не себя тащил я. Как неправильно шип. Назад тянь. Там это все. А, шуй вот там. Замечай, видишь? Тебе, видишь, нормально лично? Кто 40 баксов отдал? Такое фуфло. Ширик, молодец, вот такая маленькая, так, ну, блин, как они сделали? Пипец, они без понятия, ты видел людей, какие? Метание. Всем голос распишется. Петрович, потом будешь рассматривать, иди, вставай. Ты пусть ставит поход, знакомый. Что я? Была индейская. Арабская. Микрофон в руки, да? Или вы так, да? Скажи, пожалуйста, впервые в Самаре? Ну, если память не изменяет, по-моему, впервые в Самаре. Я, честно говоря, не помню, было выступление или не было выступления, но какое-то оно такое было. Смутное, честно говоря. Потому что тогда еще фактически группы Ари не было. То есть это было, мы в рамках чего-то такого непонятного ездили, то есть... И даже, по-моему, песен-то этих не пели, да? Старых? Нет, только записывали альбом. Да, записывали альбом, поэтому можно сказать, что мы не были ни разу в Самаре. Город сам не видели. Город мы видели, как ни странно, тогда мы гуляли, ходили. Вот. Ну, такая, ты не помнишь, что это 85-й год был.
что-то какая-то ситуация странная была. То есть мы еще не были арией, песен у нас не было. Играли такой вот. Только-только собрали все вместе, в это время пытались что-то записать. Город мы видели, но, в общем-то, 10 лет, такой больше, наверное, да? 14 лет назад, так что все меняется. Трудно сказать. А сейчас мы проехались, посмотрели. Ну нет, ну сложно составить впечатление. Вообще все по слухам говорят, что Самара сейчас, ну, не знаю, чуть ли не второй центр так является у нас. После Нью-Йорка, да. Ну, наверное. Может, хороший губернатор, значит, у вас здесь. Еще такой вопрос. Почему ваш концерт так называется? Генератор зла. Расскажите, почему концерт? Это я как птица говорун. Ну, потому что все зло же от человека идет. Вот мы очень долго пели песни о борьбе добра и зла. А вот вчера упали бомбы. И кто их сбросил? Дьявол, что ли? Конечно, нет, американцы. То есть у нас есть строчки такие в песне. Наш ум – генератор зла. Вот это мы посвящена программа последняя. А почему Харли Дэвидсон? Харли Дэвидсон ваш спонсор является или как? Да, Харли Дэвидсон не то что спонсор, это наши большие друзья. Инвесторы даже, скорее всего, как говорит наш директор. То есть это как символ чего-то или нет? Нет, это просто символ нашей с ним большой дружбы. Общность интереса. Ну и что сегодня ожидать зрителей на концерте? Что ожидать? Ну, я не знаю, программу выстроили, потому что мы, в принципе, никогда не были. Хотелось бы, конечно, чтобы, поскольку все-таки «Генератор зла» называется, чтобы были песни из последнего альбома. Но я надеюсь, они наверняка знают, даже несмотря на то, что мы здесь не были, наверняка знают те песни, которые мы поем. Поэтому программа составлена таким образом, чтобы, ну, всю палитру дать. То есть по всем альбомам прошлись, там, с каждого альбома у нас по несколько песен. И по вашему мнению, почему вообще вот наши телеканы завалили просто на себе такой попсы? Ну, это же объяснимо легко. Дело в том, что... Даже та самая ария, она же имеет такую популярность, и нет ни одного... Нет, здесь очень вообще просто. Я думаю, не секрет ни для кого, что все упирается, так сказать, в финансы, раз. А плюс, ну, посмотрите, кто каналами занимается. Вот, у них свои собственные пристрастия, они выдают за пристрастия народа. Поэтому они и пичкают все это. Я другого вывода в смысле, не вижу повода. Вот. Ну и, соответственно, есть определенная еще какой-то, ну, не то что блокада, а, ну, скажем, мы не в формате. И что бы ты ни делал, ты не в формате, и все. И ваши пожелания вашим поклонникам, Самаре? Что бы хотелось пожелать? Ни шагу назад. Да, ни шагу назад. Тем более в такое время. Кстати, я хотел бы добавить, поскольку тур у нас вообще называется «Генератор зла», но в процессе мы еще туда, так сказать, поскольку вот начались события, сначала там в Осетии, вот теперь уже вот в Сербии, поэтому у нас много песен теперь посвящено именно вот тем событиям, которые сейчас проходят. Мы неравнодушны к этому, нам не все равно, что там происходит. Такой, почему мы неравнодушны к этому, то, что происходит за границей, за пределами России? Да? России? Ну как, ну гибнут люди, неважно, где они гибнут. За металл. Там, да, в Ираке они гибнут, там, или еще где-то, в Сербии люди гибнут. И несмотря, как бы ни прикрывался там фразами красивыми, там, что борется там за что-то, там, за справедливость за какую-то. Клинтон, конечно, очень смешную там фразу выдал. Но гибнут это люди, простые люди. Они ни в чем не виноваты, я считаю. Политики устраивают такую бойню и кашу. Ну, представьтесь, пожалуйста, после этого типа. Группария! Группария, я Валерий Кипелов. Бегущая строка в небе. Да. Владимир Холстинин. Сергей Терентьев. Виталий Дубинин. Максим Болов. Спасибо.